онлайн и офлайн по темам лидерства, предпринимательства, личностного роста, может быть, с какого-то определенного уровня, какие-то тренинги вот по развитию планируются или нет? У меня тоже я здесь прямо хочу, как ты говоришь, руками, да, положу прямо компьютер, буду объяснить руками. Конечно, мы всегда планируем разные тренинги для разных уровней. Мы это всегда сделаем, и это всегда сделается. Но здесь есть, я бы перевернула вот этот вопрос обратно к вам. Вы в этом бизнесе самостоятельные бизнесмены, это ваш собственный бизнес. И я бы сказала бы так, что ответственность за любое саморазвитие и ответственность за любое за обучение себя и своих ключевых партнеров, это всегда остается на вас, на ваше усмотрение и на ваши усилия. Сегодняшний день любой тренинг можно, любое время суток можно найти в YouTube, в Google. Просто набирайте, что для вас интересно, сами обучайтесь, сами посмотрите, что вы читаете, что вашим группам, вашим людям очень интересно слышать от вас. И набирайте прямо такие темы, которые вы читаете, что вы хотите развиваться, и развивайтесь самостоятельно. Не ждите, когда Oriflame сделает отдельное обучение. Очень важно, чтобы вы взяли эту ответственность на себя. Я прямо еще раз повторяю, любой бизнесмен должен развивать себя. И мы с вами в бизнесе, давайте будем развивать самостоятельно себя.